Башкирском педагогическом университете прошла церемония закрытия первой недели летней образовательной смены «Акмулинская академия». В течение недели ребята занимались спортивной и творческой деятельностью, посещали различные мастер-классы ведущих направлений вуза. Больше всего мне понравилось ходить в бассейн, потому что сейчас жарко и хоть можно остудиться немножко. Ну, мне нравится, когда купаются, ходим в кино и делаем всякие подделки. На закрытии смены участникам была предложена танцевально-развлекательная игра «Нон-стоп», где ребята вместе с вожатыми демонстрировали свои умения в народных и спортивных танцах, а также импровизировали под предложенную музыку. Под руководством студентки кафедры музыкального и хореографического образования Карины Хайрудиновой дети сделали активную разминку. По результатам игры стали известны имена победителей. Их наградил первый проректор по стратегическому развитию Акмулинского университета Алмаз Мустаев. Обладателем диплома третьей степени стал третий поток Центра образования номер 35. Второго места удостоился первый поток школы номер 34 и лицея номер 21. Победителем соревнования стал второй поток Центра образования номер 35. Также Алмаз Флюрович вручил благодарственные письма директорам школ и руководителям школьных лагерей, а школьникам пожелал успехов в учебе и хорошо провести летние каникулы. Лично мне, мне понравилось, потому что программа была очень насыщенной, детям очень понравились, дни у нас проходили здесь продуктивно, а дети уставали в конце, и я думаю, что это хороший знак. Но дети в целом радовались, веселились. Вожатые БГПУ имени Акмулы также отметили, что летняя образовательная смена дала им хорошую практику по работе с детьми. Дети попались, все хорошие, заинтересованные, занятия многие нравились. С интересом приходили каждый день, здоровались, конечно же, обнимались. Всю свою искренность они показывали нам. Работа с детьми сама по себе очень энергозатратная, но они как, знаете, батарейки, от которых все больше и больше заряжаешься. Я очень рада, что наш университет такой шаг сделал. Не зря поет ушам, не зря. Но жену-то бегемот, неуклюже бегемот, а тут опять не отстает.